Привет, просветители! На просторах Ютуба достаточно часто, ну, если знаешь, где искать, можно наткнуться на ролики, в которых авторы рассуждают о повесточке. Тут сериал испортили, там фильм про тук, здесь игра кошмарная. Но надо понимать, что и в нашей стране этого добра более чем хватает. Просто, во-первых, мы сталкиваемся с ней в реальности, а не на экране. Хотя на экране тоже, достаточно просто новости включить. А во-вторых, она у нас диаметрально противоположна западной. Ура! И если уж хотя бы иногда выбираться из информационного пузыря, ну раз вы здесь, значит у вас это периодически получается, поздравляю, наверное. Довольно сложно не заметить, что последние несколько лет российское общество явно держит курс на материк «традиционные ценности», о которых у нас только ленивый депутат не рассуждал. И здесь кавычки неспроста, потому что сегодня мы будем говорить о тех ценностях, которые ценностями-то, ну, очень сложно назвать. Но именно их чаще всего и защищают с особым остервенением. Особенно в школе. Школа является отличной лакмусовой бумажкой состояния общества и прекрасной иллюстрацией государственной идеологии. Во-первых, потому что так или иначе школа занимается воспитанием. Напомню, воспитательные функции в прошлом году официально вернулись. Да и до этого воспитательную работу никто не отменял. Она могла вам нравиться, не нравиться, можете считать ее бесполезной. Но вполне определенный набор конкретных идей любой школьник постоянно слышит на различных мероприятиях, а порой даже на уроке. Во-вторых, школа просто идеальное место для нравоучений. Судите сами, у тебя же миссия, призвание, служение. Естественно, ты должен раскрыть глаза глупым ученикам на смысл жизни. Но и отметать тот факт, что некоторые родители и учителя просто упиваются своей властью над детьми, тоже не стоит. И мне почему-то кажется, что именно те педагоги, которые с радостью рассуждают о своей миссии, и являются носителями наиболее консервативных идей. Ну потому что практически бесплатная работа на благо Родины не очень хорошо сочетается с уважением к личности и правом на самоопределение. И вот сегодня я хочу с вами обсудить несколько достаточно ярких ситуаций, произошедших в этом учебном году. Кто-то, конечно, может сказать, что это всего лишь отдельные случаи, и они вообще не показатель. Проблема в том, что мы плюс-минус такие речи и в Госдуме слышим. Да, школа и какой-нибудь депутат Пупкин, очень сильно переживающий за молодежь, не так уж далеки друг от друга, как может показаться на первый взгляд. Если в этом году вам предстоит сдавать ЕГЭ или ОГЭ, то самое время задуматься о серьезной подготовке. На календаре уже январь. Успешно сдать экзамены вам поможет Умскул, крупнейшая онлайн-школа подготовки к ЕГЭ и ОГЭ с 0 до 100 баллов по всем предметам. Вот всего лишь несколько цифр. За 5 лет в Умскул прошли подготовку 50 тысяч выпускников. Из них 15 тысяч сдали экзамены на 90 плюс баллов, а более 1500 получили 100 баллов. В Умскул вас ждут удобный формат онлайн-занятий с изучением всех встречающихся на экзамене тем, собственная образовательная платформа, полезные материалы каждому занятию, авторские методики подготовки от лучших преподавателей, куча практики, лайфхаков и много других полезных фишек. Отдельно хочу отметить NEO. Это новый формат подготовки к экзаменам, который позволяет пройти всю программу экзаменов с 0 до 90 плюс баллов за 3,5 месяца. В основе NEO лежит искусственный интеллект, который позволяет не только отслеживать успеваемость ученика, но и индивидуально выстраивать программу обучения, исходя из его целей. По ссылке в описании вы можете узнать все подробности, а также получить курс по основам любого предмета в подарок. Успейте записаться до 1 февраля и получить хорошую скидку при записи сразу на несколько предметов. Начни свой путь к высоким баллам вместе с онлайн-школой Умскул. Первая история не получила должного общественного резонанса, но, по-моему, она прекрасна. Со мной ей в Инстаграме поделился сам непосредственный участник всего действа, за что ему огромное спасибо. Последние годы у нас в СМИ так истерично орали о пропаганде радуги, что удивляться, что на борьбу с заразой вышли в учебных заведениях, не приходится. Я являюсь учителем обществознания в средней общеобразовательной школе. Недавно организовал выставку тематических стен газет, посвященных различным правам человека. Нет бы про обязанности поговорить. Налоги плати. Ребята с различным подходом иллюстрировали отдельные положения Конституции и других важных нормативных актов. Две девятиклассницы решили сделать отсылку на недавно вышедший фильм «Главный герой» — «Free Guy» в оригинале, изобразив персонажа и снабдив текстом о правах человека на свободу и прочих вещах. Так вот, после того, как плакат опубликовали в школьном инстаграме, особо умные полиглоты отметили, что у нас запрещена пропаганда нетрадиционной сексуальной ориентации. Они перепутали слово «гай» и «гей». Редактор аккаунта сразу же удалила пост, побоявшись ответственности. Директор школы ей лично сказала, что даже если мы и правы... Даже если мы и правы? И английский язык сейчас такой.
Я для тебя какая-то шутка. Даже если мы и правы, то чиновники будут на стороне родителей, а потому не разрешила восстанавливать пост. Удивляет ли меня эта история? Нет. Чем глупее и необразованнее человек, тем с большим желанием он будет орать, жаловаться и требовать удалить. А если вспомнить, как активно упражняются у нас в ораторском мастерстве различные Милоновы, удивительно, что вообще сразу же в прокуратуру не обратились. Ну, деток же надо защищать. Когда речь заходит про разжигание ненависти между полами, чаще всего вспоминают про различные интернет-объединения. Но иногда достаточно просто разок родную учительницу послушать, чтобы навсегда понять, какого отношения заслуживают мужчины. Красноярский край. Девятиклассница заявилась в школу с синими волосами. Трагедия федерального масштаба, не иначе. Кот красный, кот красный. Не видно, вы просто в шоке. Ты специально подготовилась так? На глазах у тебя что? Я сейчас что? Вызову сюда просто полицию. Вызывать полицию из-за макияжа – это отличный способ наладить контакт с детьми. Всем советую. А уж как здорово вложить мысль. Самое важное не что у тебя в голове, а что на голове. Ну, знаете, как у нас любят рассуждать? Надо умом выделяться. Кто ж спорит? Ну вот когда такую истерику вызывают волосы, начинаешь понимать, что именно они основа мироздания. Просто краеугольный камень. Знаю, в чем ты испытываешь по-настоящему дефицит, это тебе самой судить. Тебе надо поговорить с мамой, с психологом. Меньше же вот ядовито, такой синий привет. Это некрасиво смотрится. Это вызывающе. Ну давай говорить здесь на чистоту. Если что, субтитры делал не я. Чистота, частота. Русский язык со Остаповым. Взрослые люди. Да, у подростков такое бывает, что им хочется чем-то выделиться. Но это опять-таки, знаешь, о чем говорить? Преступные помыслы. Чего? Какие? Господи. Когда так рассуждает человек с высшим образованием, реально начинаешь понимать, что наличие корочки переоценивают. Преступные помыслы, они возбуждаются у мужчин, глядя на вот это. Преступные волосы возбуждаются у мужчин. Я за своими волосами никогда такого не замечал. Может быть, они у меня просто неприступные? Нет, я, конечно, понимаю, что дама имела в виду. Но учитель может хотя бы иногда слова согласовывать. Хотя тут такой полет фантазии. Естественно, не до русского языка. Со Остаповым. Девушка доступна, девушке что-то надо. И мужчина это читает по-своему. Понимаешь, они считывают вот эту информацию. Понимаете, мы, мужчины, считываем информацию по-своему. Увидел синие волосы и все. Хочу затащить в кусты. Во что не так? Вот после такого потока сознания от взрослого человека, я бы сделал вывод, что от парней вообще стоит держаться подальше. Но раз они все по-другому считывают и их волосы заставляют. А вдруг кого-то рыжие кудри призывают? Всего по статистике попадают различные неприятные ситуации девушки молодые, которые с вызовом. Вызывающие одеты, провоцируют мужчин там на какие-то сексуальные действия, ненужные, понимаешь? Расскажи, чего это? Ты понимаешь, привлекать к себе внимание, это плохо. Дама, если для парня цвет волос сигнал «можно распускать руки», даже не сомневайтесь, и без яркого окрашивания такой товарищ найдет к чему прикопаться. Слишком короткая юбка, слишком яркие губы, слишком два глаза. Одна домой на электричке возвращается. Нормальный, адекватный мужчина не реагирует на волосы, как Милонов на геев. Понимаешь, понимают все по-другому. Они природа так говорят. Ты не глупая девочка, почитай все это, посмотри и подумай, тебе это надо. Природой так заложено, понимать все по-другому. Можно, пожалуйста, как-нибудь без этого стереотипного мышления? Наш мозг тоже вполне функционирует. И нет, нашим поведением ни член управляет. В класс заходишь. Вот каждый учитель, когда ты будешь заходить, у вас же еще не все уроки были, он будет столько на тебя внимания уделять, и тебе внимание. И красть это время от образовательной деятельности. Простите, но тут проблема в учителе. Ко мне на урок приходили и школьники с розовыми, и зелеными волосами. И знаете, что я делал? Никогда не догадаетесь. Вел урок. Хотя, конечно, нужно было порассуждать о преступных волосах и особенностях мужского восприятия. О, синие волосы! Ты, я, койка! А вот новость уже из Иркутска, где ученик посмел прийти в школу вот с такой прической. Понятное дело, опять свистать всех наверх, не пустить ребенка в класс. Ну как в таком виде учиться? Социальный педагог потребовал в срочном порядке забрать сына из школы, потому что мужики так не ходят.
Через 10 минут ребенок написал мне о том, что он находится в кабинете психолога. Ему принесут задание, и в класс его не пускают, рассказала мать школьника. Слушайте, если бы во всех российских школах так за двоечниками следили, тройку, конечно, придется нарисовать в четверти. А это что, хвостик? У мужчины? По ее словам, сын спросил, кто такие транссексуалы. Выяснилось, что с ним провел беседу завуч школы. И в ходе разговора задал вопрос. Ты что, транссексуал? А можно еще побольше бреда? А то какой-то не очень наваристый. И опять же, может быть это исключительно особенности восприятия завуча. Но когда по ТВ постоянно орут. Смена пола, разврат, извращенцы хотят уничтожить наших детей. Логично предположить, длинные волосы... не мужик. Ага, конечно. Самое забавное, что официальные лица эту историю, ну как и ситуацию с синими волосами, резко осудили. Ай-яй-яй, так нельзя. Но риторика этих педагогов по большому счету ничем не отличается от того, что мы слышим по ТВ. Нам надо защитить, нормальных мужчин не осталось. Вот заучи защищает и воспитывает настоящего мужика, который не имеет права выглядеть так, как он хочет. Ну а то член отвалится. Мы знаем, что никакого полового воспитания в российских школах быть не может, потому что... разврат! И вообще, послушайте наших депутатов и общественных деятелей. Они вам опишут все ужасы подобных занятий. Вы можете соглашаться с их точкой зрения, не соглашаться, но для людей, от которых зависит изменение в российском образовании... ура! Такие уроки – рассадники беспорядочных половых связей. Первый замглавы Комитета Госдумы по просвещению Яна Латратова предложила рассказывать детям и подросткам об опасности абортов в рамках школьных уроков и факультативов. Об этом сообщает РИА Новости. Отличная идея! Если, конечно, сюда еще добавить рассказ об опасностях ранней беременности, например. Или у нас только аборты опасны. По словам Лантратовой, в некоторых школах уже рассказывают о различных взглядах на аборты. Например, говорят о позиции церкви и эмбриональном развитии человека. А также о семейных ценностях и мерах поддержки российских семей с детьми. Безусловно, следует повышать рождаемость, снижать количество абортов. И для этого нужен целый комплекс мер, который должен включать в себя в том числе и соответствующие уроки в школах. Они должны проводиться не в рамках отдельной дисциплины, а возможно даже факультативно. Рассказывать также надо о том, что аборт может быть опасен для здоровья женщины и создать проблемы в рождении ребенка в будущем. А еще неплохо бы знать как девушкам, так и парням, что и роды могут ох как хорошо на здоровье сказаться. Изучите тему на досуге. И вообще создается впечатление, что у нас товарищи, эй вы там наверху, о подростковых беременностях не слышали. Потому что о вреде абортов, о счастье материнства рассказывать нужно. А вот о том, что пока ты сам ребенок, нормально воспитать другого ребенка невероятно сложно, как-то не принято. Хотите уменьшить количество абортов, но при этом не рассказывать о контрацепции. Умно. Зачем устраивать какие-нибудь беседы врача с подростками? Не, об этом должны говорить только родители. Вот как они захотят воспитывать ребенка, так и будет. Но при этом про вред абортов, конечно, давайте прям в школе. Хотя, с другой стороны, о чему я удивляюсь? Я о каких конкретных случаях рассказываю, если у нас в учебнике? В учебнике! Вот такая трешанина творится. Тут и долгий взгляд, и макияж, и провокация жертвы, и сама виновата. Все в лучших традициях пабликов ВК. А параграф про «нет» значит «нет». А про активное согласие где? Ну, я думаю, вы сами рифму подберете. Понимаете, у нас в главе про изнасилование нет ни одного обращения к парням. Ни одного. Вы просто вдумайтесь. Девушка должна, девушка не должна. Мужчина не поймет, мужчина считывает. Повторю, у мужчин тоже есть мозги. Но если почитаешь учебник ОБЖ, начинаешь в этом сомневаться. Вот вам и пункт про гиперсексуальность, и про плохое воспитание, и про то, что мужчины не так все понимают. Ты все это читаешь и понимаешь. Лучшей пропаганды ненависти к мужчинам просто не найти. Понятно. Авторы учебника, скорее всего, исходили исключительно из каких-то добрых соображений, просто хотели предупредить девушек. Но почему вместе с этими очень ценными предупреждениями, а-ля «не смотри в глаза», «не ходи по улице» и так далее, нет никаких обращений к мужчинам? Почему написано, что девушка не должна находиться в состоянии алкогольного опьянения рядом с парнем, но не сказано, что парень... если он находится рядом с девушкой в состоянии алкогольного опьянения, не должен к ней приставать, это в любом случае будет преступление. Об этом, блин, не сказано. Сказано только о том, находишься пьяный рядом с мужчиной, ну, камон. Почему в учебнике сказано, долго смотришь на человека, ну, сама виновата. Во-первых, начнем с того, что каждый по-разному воспринимает долгий взгляд. Ты вообще можешь куда-то в пустоту смотреть, а еще можно, знаете, просто без очков ходить, но быть близоруким. И тогда ты постоянно на кого-то смотришь. И вот к тебе уже идут разбираться.
Почему? Опять же не написать, что обычный взгляд – это не повод приставать к человеку. Да, это банальная истина, но тем не менее. Почему вся ответственность скидывается на тех, кому пристают? Ну, типа, вот реально среди современных школьников, среди старшеклассников нет ни одного парня, который совершит преступление или который будет вести себя неадекватно по отношению к девушке? Да, конечно же, они есть. Мы живем не в идеальном обществе. Но к ним вообще не обращаются. У нас просто готовят жертву тому, что ты в любом случае будешь виновата. Ну. Или все же авторы учебника реально считают, что до парней вообще невозможно достучаться. Ну, умственные способности на уровне, я не знаю, вишенки. Когда происходит какая-то очередная трешанина в школе, многие округляют глаза. Ой, а как это произошло? Но чаще всего достаточно просто посмотреть, а что в реальной жизни окружает как учеников, так и учителей. Потому что школа может быть и особый мир, но законы в нем вполне себе обычные. Лайк, подписка, комментарий.